Итак, всем привет! И сегодня у меня стало 5 подписчиков. У меня почему-то показывает 5. Ну ничего. Это Вероника Подшоп. Да. Она там снимает фильмы, там свои новинки, да. Вот. И я очень рада, что у меня теперь стало 3. И она мне в этом помогла. Спасибо ей большое. И я тебе дарю вот такого зайчика. Кушай на здоровье. Съела первую печенюшку. Съела глазурь. Спасибо, ты съела мою печенюшку. Также я хочу подарить такие вот штучки Дарье Макаровой. Тебе подарю вот такой вот. Это мой любимый. Ням-ням-ням, ты съела печеньку. Ням-ням-ням, ты съела глазурь. Ням-ням-ням, ты съела вторую печеньку. Я, кстати, мальчик так делала. И Ксения, кажется, я не помню, какой канал. Прости, пожалуйста, но я тебе дарю кусочек пиццы. Такой. Кушай на здоровье. Ням-ням-ням, блин. Ням-ням-ням, ты съела огуречек. Ням-ням-ням, ты съела колбаску. Ням. Ням-ням-ням, ты съела гречку. Ням-ням-ням, ты съела сыр. И ням-ням-ням, ты съела хлебушек. Да. Ты же понимаешь, что я так делаю. Просто я там, когда у меня будет больше подписчиков, то я так буду им дарить разное. Ну, как будто, а пока что пончик еще никто не съел. Только пончик. Ладно, всем пока. Ну и вот, я сообщила, что у меня еще есть один подписчик. Я благодарю Веронику Подшоп. Вот. Я тоже смотрю ее видео. Сейчас я на нее подпишусь обязательно, потому что, кто не знаю, смотрел или не смотрел там, что кто на меня будет подписываться, то и на тех и тоже. Ладно, всем пока. С вами была Катя Андреянова. Всем пока. У меня появился еще один новый подписчик. Всем пока.